«Здравствуйте, ребята! Посмотрите, пожалуйста, какие замечательные книги стоят у меня на выставке. Догадались, о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня мы продолжим говорить о русских народных сказках. Давайте вспомним, какие сказки вы читали в первом классе, а может быть, знаете их с раннего детства. Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе: «Поди, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети. Не наскребешь ли муки на колобок?» Это сказка «Колобок». Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-нарушка. Увидела теремок, остановилась, спрашивает: «Терем-теремок, кто в теремочке живет?» Это сказка «Теремок». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицею, и было у него три сына. Это сказка «Царевна-лягушка». Жил-был старик, и было у него три сына. Двое умных, а третий дурачок Емеля. Те братья работают, умные, а дурак Емеля целый день на печке лежит. Это сказка «По щучьему велению». Что нам помогает определить вид каждой сказки? Их герои, события. Каждый вид сказки обладает своими отличиями. Какие три вида русских народных сказок вы знаете? Чем они отличаются? Сегодня на уроке нам предстоит разобраться в особенностях сказок о животных, волшебных и бытовых сказок.